Привет, друзья! Интересно представить, как бы выглядели повзрослевшие герои наших любимых мультфильмов. Мы привыкли видеть героев в их юном возрасте, но если представить, что они выросли. Подпишись, будь в радиусе и посмотри ролик, как бы они выглядели маленькие герои мультфильмов, которые выросли. Мальчики – это группа, состоящая из Стэна, Кайла, Кенни и Эрика из мультфильма «Южный парк». Выросли они и такие симпатичные. Бу из мультфильма «Корпорация монстров». В первом фильме Бу – трехлетний ребенок. Она выросла. Красивая, не правда? Ванилопа из мультика «Ральф». Она молодая гонщица. В взрослом виде у нее такая же прическа и свитер, как и в детстве. Стивен из мультсериала «Вселенная Стивена». В мультике ему 14 лет. У повзрослевшего Стивена стильная прическа, носит красный пиджак и белая футболка с рисунками. Конни из мультсериала «Вселенная Стивена». Индианка по происхождению. Взрослая Конни выглядит очень красивая и у нее выразительный взгляд. Есть трое друзей с похожими именами. Все трое имеют имя Эдвард. Они подростки, которые живут в городке Пичкрик. Пузырек, Цветик, Пестик из мультфильма «Суперкрошки». Повзрослевшие суперкрошки выглядят стройнее и красивее. Лило из мультфильма «Лило и Стич». Маленькая девочка, 7 лет. Взрослый Лило носит короткое красное платье. Хиро Хамада из мультфильма «Город героев». Большой любитель боев ботов. У взрослой харизматичной Хиро примерно 25-28 лет. Люси из мультсериала «Мой шумный дом». 8-летняя сестра Линкольна. Взрослая Люси носит черную футболку, ее черные волосы не падают ей на глаза. Лиза из мультсериала «Мой шумный дом» – 4-летняя сестра Линкольна. Она ученая. У повзрослевшей Лизы красивые карие глаза. Лин из мультсериала «Мой шумный дом» – 13-летняя сестра Линкольна. Взрослая спортивная Лин бегает и слушает музыку. Диппер из мультсериала «Гравити Фолз». 12-летний мальчик. Взрослому Дипперу примерно 25 лет. Мейбл из мультсериала «Гравити Фолз». У повзрослевшей Мейбл появилась татуировка фламинго. Даша из мультфильма «Даша-путешественница». 7-летняя девочка. Она одета в розовую футболку и оранжевые шорты. Всегда ходит с рюкзаком. Чаки из мультсериала «Ох уж эти детки». 2-летний рыжий ребенок в очках. Очень честный и пугливый. Томми из мультсериала «Ох уж эти детки». Годовалый лысый малыш, на редкость храбрый. Негласный лидер среди своих друзей. Фил из мультсериала «Ох уж эти детки». Взрослый Фил – спортсмен, и ему примерно 25 лет. Хельга из мультсериала «Эй, Арнольд» – одноклассница Арнольда. Носит розовое платье поверх белой кофты, розовый бант и два хвостика. Арнольд из мультфильма «Эй, Арнольд» – носит свитер поверх клетчатой рубашки на выпуск, напоминающий в таком виде килт, и кепку на несколько размеров меньше его головы.